Специальной конференции была подготовлена выставка, на которой представлены работы учащихся детских художественных школ и школ искусств Сочи. Образовательный форум собрал около 250 участников, все они работники культуры края. Юбилейный 25-й форум проходит именно в Сочи неспроста. Курорт уже можно назвать культурной столицей Кубани. Поприветствовал гостей глава Сочи Анатолий Пахомов, который отметил, что повысить уровень жизни горожан без сферы культуры невозможно. И без вовлечения в спорт, искусство, творчество, культуру выполнить эту задачу невозможно. Человек, который будет иметь увлечение с детского сада, он уже счастливый человек. И именно такой теперь гуманитарный проект мы в городе Сочи сегодня реализуем. Участникам форума есть что обсудить. Край, Сочи в частности, уже провели грандиозные культурно-массовые мероприятия. Множество фестивалей и событий еще впереди. Увеличивается количество читателей в библиотеках и число самих библиотек. Появляются и новые творческие кружки и коллективы, художественные школы и школы искусств. Но на этом останавливаться никто не собирается. Впереди еще много работы. И культуру Кубани, отметили организаторы, нужно поднимать на качественно новый уровень. Сегодня очень важна роль каждого, но при этом у каждого должна быть своя и зона ответственности. А это понятие вкладывается в готовность нести ответственность за свои мысли и поступки, за результат и в конечном счете за судьбу отрасли, края, судьбу страны. И в этом мы с вами одна единая команда. Форум продлится по 9 октября включительно. Все это время его участники будут выбирать приоритеты в развитии отрасли и искать новые нестандартные решения. Также в рамках форума пройдут множество мероприятий, в том числе и круглые столы, где работники культуры смогут поделиться опытом.